Депутат окружного совета депутатов от фракции «Единая Россия» Владимир Веницкий провел прием населения по личным вопросам. Прием прошел с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В парламентарию поступило несколько обращений. Одно из них от инициативной группы жителей деревни Захарова по поводу отсутствия надзора за строящимися домами. Вопрос был взят под контроль в рамках проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».